скажите, пожалуйста, что нам делать, если кинорежиссер, а это доказано в суде, готовился к совершению террористических актов? Его отпустить только за то, что он режиссер? Врач его предупредил, что даже при данном принудительном кормлении долго не продержится. Ну, там где-то смогут они таким образом искусственно продержать его еще около месяца, там максимум полтора. Он просто говорит, что необходимо сдвинуть этот процесс в отношении украинских политзаключенных, который в настоящее время заморожен как с российской стороны, так и с украинской стороны.